И всем привет, ребят, с вами ты, я, Строкстрим, и сегодня мы находимся на карте под названием Джон Доу Плейс. Это, о, тут Америкс, вроде какой-то ютубер, вроде или нет. А, так вот, сегодня мы будем играть в эту карту, ведь вы знаете, что же последний раз происходит с Роблоксом. Джон Доу вернулся в Роблокс. Говорит, что он злом. Бэбилон Кликс. А, он еще это. Вот кто его надоел уже. Он тут добавил. То есть, смотрите, ребятки. Джон Доу вернулся. Но, если кто не знал, Джон Доу это хакер в Роблоксе. До него был Алькатрас, потом Черномор, потом Пентагон, потом Иван Ванга, ну и так далее. То есть, ну, там было вот так вот. И Джон Доу... Ё-моё, Квинку просто туда ананас засунули в легкие куда-то прям. Не понял. Ну ладно. Не будем обращать на это внимание. Говорит, что Джон Доу, он всех взломает. Не знаю, это будет правда. Но я думаю, что это просто хайп. Вот. И вот помните, когда он... вчера я... О, вот о чё. А я зачем-то сюда дурс? Ред Кэту просто оторвало. А, вот модель Дорса. Его вообще захватил Суприм. Ред Кэту просто оторвало кое-что. Я знаю, конечно, но лучше я не буду говорить. Ему просто... Ох, это вообще жутко. Так. Вообще, что здесь происходит? Тут какая-то доска. Вообще дичь происходит тут. Так, ребятки, вот, мы пока ходим по карте. Чего? Это что за скример? Меня это пугает. Вот кого он планирует взломать. Так, ладно. Смайл Фредди Нев. Нюф, да. Ютипо, Ютироп, пока я этих не знаю, Димир, Ютуб, Роблером Бро, Хэппи Фрэш, о, Фрэш, вот Фрэш я знаю, Купанда Ют, я его видел, Фрог, Динас, а, это, который в лайки снимает, так, Юз, так, Ватерзад. Зад, ну, короче, поправите. Калантика. И Коржик. Понятно. Да уж. А, все, мы круг обошли. А уничтожат их. Их же пороки. Жестко тут написано, на самом-то деле. Нет, короче, это вообще какой-то... Страшно как-то очень. Мне немного страшно. Ну, ладно. Я тогда, короче, уже, наверное, буду выходить. Это кто? А, Симон. Ну что ж. Думаю, вам понравился ролик. Но если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И говорит, что... Джон Доу взломает Роблокс 18 апреля 2023 года. Если что, сейчас на видео прикреплено это. Я успел это скриншотить. Вот, все, ребятки. Ну что ж, думаю, вам понравился ролик. Ну, если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, буду снимать продолжение по этой игре. Всем спасибо за просмотр и всем пока!